Сергей Гаптарь, начальник автомобильной службы войсковой части 5526, с виду уравновешен и спокоен, но волнение все-таки присутствует. Переживает не за себя, а за своих подчиненных, потому что знает, старались, готовились, но мало ли что. Техника – штука серьезная и капризная, особенно в моменты министерской проверки. Приблизительно где-то 2,5 месяца мы проводим сезонное обслуживание и целенаправленную подготовку к данному мероприятию. Но все зависит от солдата, как он любит свою машину, как он к ней относится. И это дает в конечном итоге конечный результат. У рядового Сергея Савончика машина ухожена, натерта до блеска и технически исправна. Так она выглядит всегда. Но момент особый. Проверяющие из министерства люди строгие. Здесь нам вообще помогает. Есть специальная группа, которая занимается ремонтом. Мы тоже в этом участвуем непосредственно. И постоянно нам выделяется время для обслуживания автомобиля. Конечно же, есть определенное волнение, но мы очень долго готовились, так что мы готовы. Технический осмотр автомобильного парка во внутренних войсках проводится ежегодно, к нему подходят основательно. Ведь готовность техники во многом определяет сработанность военной команды в минуты боевой тревоги. Требования жесткие, но выполнимые, если работать в течение года и держать машины в исправном состоянии. Но военнослужащие войсковой части 5526 – люди ответственные, им доверяют не только автомобили, они людей охраняют. Вообще водители всегда ответственные люди, я даже шучу с ними, у них идет отбор 1:6, потому что самые лучшие идут на водительские должности. И солдаты у нас в основном очень ответственны и очень бережливо относятся к своей технике. Ответственность за техническую исправность машины несет закрепленный водитель. И для него немаловажно на техосмотре получить положительную оценку. И на службе уважение к такому солдату, и в увольнительную, может быть, отпустят. Я служу мало с осени 2012 года, но нравится. А чем нравится? Ну, коллектив хороший, все хорошо, парк отличный, все супер, служится. Годовой технический осмотр готовились очень долго, трудно, говорили, ну, старший призыв говорил, что, ну, который прошел его, говорил, очень тяжело, надо готовиться. Есть волнение? Ну, да. Брестская войсковая часть 5526 – лицо автомобильной службы всех внутренних войск нашего государства. И оно подтверждается не цифрами, а делами и показателями. Парк машин обновился и сегодня соответствует современным требованиям. Но главное, в любое время года военнослужащие готовы выехать на помощь людям.